Здравствуйте, друзья! Вы просили поехать посмотреть меня C3 Aircross. Это новый компактный такой паркетник от Citroën. Составить впечатление о нем. Поехал, посмотрел, рассказываю. Итак, C3 Aircross предстала предо мной во всей красе. Я люблю такие индивидуальные машины, точнее машины с индивидуальностью, которые можно узнать издалека. Смотришь и понимаешь, что «О, вот это он, C3». Ну, французы любят особенно делать такие веселые машинки, и этот Aircross не исключение. Достаточно просторный, вместительный салон и по высоте, и по ширине для машины этого класса. Значит, за рулем сидишь очень комфортно. Сзади, конечно, место поменьше. С моим ростом там, в 193 см я с трудом поместил свои коленки. Но в целом салон просторный и не вызывает никакой такой ощущения тесноты. Приличного размера багажник для такого класса машины. Если сложить еще заднее сиденье, то получится и вовсе очень хорошо. И качество отделки на высоте. Нет ощущения такого дешевого копеечного автомобиля. Все сделано добротно. Простенько, но добротно. Кстати, собирают это чудо в Испании. Ну и, конечно, автомобиль оснащен многими современными системами, там, помощниками. Это и помощники при езде, информационный цветной дисплей для помощи водителю, беспроводное зарядное устройство для телефона, бесключевой доступ и кнопка запуска, системы распознавания дорожных знаков, ограничения скорости. В общем, еще много-много всего. Но это за отдельные деньги. Большинство инноваций вынесено за скобки стандартной комплектации, и за них придется заплатить деньги. Что, конечно, немного расстраивает, поскольку французы обычно отличались тем, что за определенные деньги ты получал хороший пакет опций уже в базовой стандартной комплектации. Три двигателя предлагается с этим автомобилем. Это два бензиновых, 82 лошади и турбированный 110 лошадей, и дизельный на 90 лошадей 1.6. Я прокатился на 110-сильном, турбированном, и я думаю, что это, наверное, минимальный мотор, который нужен этой машине. То есть я бы поставил еще и больше. Коробка передач в этом варианте с турбированным двигателем стоит автомат, а ISIN 6-ступенчатый, он уже как бы проверенный, в том числе на седане стоит. Отличная коробка, мягко, хорошо, плавно переключает, реакция отличная, так что с этим проблем нет. Расход средний, там пишут, 6,5 литров, разгон почти там 11 секунд. Ну, в общем-то, это неплохо для такой машины. Собственно, ей не нужен там какой-то интенсивный разгон, она создана вообще для другого. Смотрите, это максимальная версия Shine. То есть всего три комплектации, Life, Feel и Shine. Это самая топовая из них, плюс установлен дополнительные опции в виде отделки салона тканевой. Здесь светлая ткань установлена и красные вставки. В базе вот этого нет, да? Нет, в базе просто пластик. Соответственно, здесь такой же, как и на дверях. Вот эта ткань только в шайне, да? Или шайн плюс... Шайн плюс ткань, да. Либо в средней комплектации плюс установлена, да, вот эта. Да, она может быть установлена. А ткань вместе с чем идет? Какая еще опция? Это просто отделка салона. А, так и есть, да? Да. Ну, например, что отличает эту комплектацию от предыдущей, это система грип-контрол, шайба большая. Это помощник на бездорожье, можно выбрать тип дорожного покрытия, вот эта большая шайба. А, вот это, да? Можно сейчас выбрать, что стоит? Сейчас стоит просто обычный асфальт, страда, трасса. Можно выбрать это снег. Это зима, да? Да, ну, именно снег. А, ну так. Да, также есть грязь, песок и... А что вот зима, что он... Крутящий момент перераспределяется между ведущими колесами. Соответственно, если вы одним колесом будете стоять в снегу, другим на асфальте, момент будет кидаться только на то колесо, которое на асфальте. Также хил-ассист есть. Это помощь при спуске и подъеме. Вот это и вот это, да? Нет, вот это вот. Остальные режимы по грип-контролу, давайте тоже объясню. Это режим грязь. То есть то же самое, как со снегом, но под более, еще более вязкую среду адаптирован. Это более скользко. Понятно. И песок. Также режим присутствует. Песок тоже другая настройка, тоже, да? Чуть по-другому, да. То есть между передними колесами перераспределяется. Да. То, что самая проблема обычно. Одно крутится и все, да, и мы никуда не едем. А здесь она стопорится и тяга как бы одним колесом. Понятно. Офф это что такое? Все это выключено. Выключение этой системы, да. А вот здесь? Это просто режим асфальта. То есть, когда она чем отличается офф от асфальта? При асфальте она все равно вмешивается, допустим, если идет какая-то пробуксовка, вот там, в лужу, например, да,
а off просто выключилось. Вот это в средней комплектации нет? С доплатой есть. Сколько примерно? Около 10 тысяч рублей. А, то есть недорого вообще? Да. Понятно. Кнопка уже в базе? А, кнопка нет, тоже дополнительная опция. К любой? Да. А в Shine есть? В Shine нет, в базе тоже нет. Да. Сколько кнопка? Кнопка стоит весь комплект полностью, да, то есть без ключевого доступа 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Без ключевой, то есть ставится в, как на C4 ставится в ручке контакты, да? Да. Дверные, да? Да, да. То есть открываешь, как бы, понятно. Это что, это подъем-спуск? Хилл-ассист, да, подъем-спуск с горы. Он в базе есть? Нет. Нету. То есть здесь все как бы допы поставлены, да? В базе здесь просто идет. А вот эта покраска ключ. Такая веселая, это в базе или тоже дополнительная? Это дополнительная опция, она входит в отделку салона. То есть вот если ставишь ткань, да, плюс красные вот эти. А сверху вот эти красно-оранжевые покраски, это что? А это уже пакет персонализации внешней. Внешний. То есть, да. То есть здесь можно внешне создать 90 различных комбинаций. Цвет кузова будет один, цвет крыши второй, цвет рейлингов, зеркал и вставок в задние окна будет третий. То есть конструктор-дизайнер, да? Да. Понятно. А там что у нас? Что показывает? Это проекционный дисплей, там показываются знаки ограничения скорости. Знак, что там какой-то? Ну там сейчас ничего не написано в этом знаке, потому что он не считал ни один знак ограничения пока. Понятно. Это поднимается, опускается? Нет, она вот стационарная. Это постоянно стационарная, да? Угу. Панорамная крыша с электропривода. А, из двух секций, да? Двухсекционная. Понятно. Сколько этот доп? Этот именно 25 тысяч. Крыша, да? Да. Я не вижу. Вот отсюда, крыша, отсюда, вот отсюда не видно. В смысле, крыша, шторка? Вот сейчас мы просто с вами двигаем шторку, закрываем, да? А рядом клавиша – это открыть люк. А, он с люком, не да. Просто… Да. А, вон оно в чем дело. Ой, ё-моё! Я думал, это просто. У меня был на пыжике просто этот самый стекло верхнее. То есть нет, просто… здесь именно открывается. Ну, это класс. Сетка спереди. Здесь защита немножко, да? Да. Ой, ну это хорошо. Веселая история. Что-то оставляет, да? Оставляет. Это если вы курите, то да. Бросайте курить, я понял. Такой интересный ручник. Причем он не электронный, а такой стандартный. Обычный. Да. Здесь никаких подключений, нет, переключений нет. Только вот, вот да, только да. Это. USB есть, да? Это что? Это для флешки. Открывается. Беспроводная зарядка. Беспроводная, да? Да. Прорезиненный коврик, да? Ну ладно. Тут что? Это радио. А круиза нет? А, есть. Круиз есть, да? То есть коробка тоже с двумя режимами. Зима и спорт. Угу. Зима тоже он так с третьей трогается, да? Да. Ну, он более щадящий режим. Понятно, понятно. То есть у него только передний привод, да? Да. И вот эта вот внедорожная история, она подкреплена перераспределением между... Да. Между ведущими именно колесами. И между ведущими колесами, да. А ведущий это передний. А вот показывает 60 ограничения, да? Да. И 8 км в час. Это ваша скорость. Также показывает знаки отмены ограничения скорости. То есть это дубляж вот того, да. Что здесь, да. Да, он выводит туда. Да. Именно два вот этих показателя. Угу. Как-то ограничивает или нет? Кстати, ограничитель скорости есть? В круиз-контроле, да. А, в круиз-контроле, да? Здесь сейчас будет съездка одна. Да. Ого. Есть, допустим, датчики контроля полосы в пакете safety, пакет безопасности. Есть в зеркалах контроль слепых зон. Если кто-то находится в районе задних колес, справа и слева, то светодиод в этом вас предупреждает зеркало. Это в какой? Это опция? Это, или... Да, это опция, пакет безопасности, 35 тысяч стоит. В максимальной комплектации Shine можно его доставить.
А сколько весит машина? Примерно. Тонн 400. Тонн 400? Двигатель, кстати, в этом году получил звание двигатель года. Именно этот трехцилиндровый 1.2. Он 3 цилиндра, да? Да, да. В версии Turbo выдают 110 сил. Если мы говорим про атмосферный вариант, 82. Также доступен к заказу двигатель 1.6 дизельный на 92 силы. Но он только на механике. Хочу сделать потише. Обдув. Послушай. Здесь все работает через систему. Вентилятор просто меньше. Вот. Вот, не-не. Я просто шум хочу послушать. Шум не заняться. Да. А, вот справа показывает. Машинка, да? Ну, это распространенная сейчас вещь. Ну, просто в такой небольшой. В этом классе, да, здесь много опций, которых нет, например, в конкурентах. То же самое NFC, беспроводная зарядка, отсутствует в любом автомобиле этого класса, и в Жуке, и в Соуле. Ну, по крайней мере, во втором Соуле, что там в третьем еще непонятно. Так, вот это первопроходец. Так, не пойму сейчас, шумновато что? Вот хочется понять, либо дорога, либо, ну, отличие, как бы, вот я понимаю. Двигатель очень слышно. Как у него, то есть, есть какие-то вариации шумоизоляции? Шумоизоляция, да? Только если мы можем от салона дополнительно поставить пакет. Шумоизоляция плюс антикор плюс антигравий. Плюс есть такое уже, да? Да. А сколько стоит? Стоит оно по умолчанию 32 тысячи рублей. Но все это обсуждается и скидки, и акции с руководителем, естественно. Понятно. Потому что, на мой взгляд, шумоизоляция нужна. Вот для полноты ощущений. Набирать, ну нет такого. Сейчас, конечно, да, 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 я там знаю. Ага. У нас направо педаль есть. Направо или мы развернемся? Можем один круг сделать. Давай развернемся. Давайте. Вот сюда. По ощущениям вот просто сразу. Ну, я понимаю, что может быть другой тип машины, но все-таки цена-то 1.5 миллиона, да? Если брать сейчас, как там сейчас, у меня эксклюзив плюс, сейчас называется как? Shine Ultimate. Ultimate, да. То есть там, наверное, сколько, по-моему, 1.6 миллиона там что-то, да? Shine Ultimate сейчас по прайсу 1.418 миллиона, если смотреть с пакетом Black Pack, то есть черная крыша. А, ну вот получается, что как бы чуть дешевле, чем этот чуть-чуть автомобиль. Дешевле, чуть, да. Дешевле, да. Но все-таки там вот, если с шумоизоляцией брать, то на седане, на C4, там шумоизоляция лучше, поэтому все-таки здесь, наверное, надо ставить. Ну, дополнительно все это можно поставить, это не проблема. Нет, я понимаю. По вопросу цен и их отличия от C4, например, здесь вопрос именно персонализации, стиля, комбинирования материалов, элементов дизайна. Это автомобиль более нишевый. Он более творческий воспринимается и позиционируется. То есть для целевой аудитории у него не такая, как у C4 совершенно. На кого нацелен он? В основном на молодежь. На молодежь. И берут, вот, честно берет говоря, кто? По продажам 90% это женщины. Женщины. Ну вот я по так... По возрасту особых данных, честно говоря, ну, мы не составляли статистику. Во всех возрастах берут женщины. Что мне не понравилось в этом автомобиле, это, конечно же, первое, это цена. Ну, очень много. 1.5 с лишним миллиона за этот экземпляр, мне кажется, ну, дороговато. Не стоит она столько, она должна стоить, там, я не знаю, ну, около миллиона максимум. За эти деньги я лучше бы взял C4 седан. Очень туговатая педаль тормоза. Давишь, и что-то... Как-то очень слабая реакция, хотя написано, что там помощники, ну как обычно там в Citroen там стоят помощники тормозных усилий и так далее, ну как-то что-то это по сравнению там с седаном, а уж если брать Peugeot, там вообще очень легенькое, ну вот
как-то тяжеловато. Педаль, если машина рассчитана как бы на девушек, ну, будет, наверное, тяжеловато. Руль отлично, управляемость хорошо, все видно, все отлично. Там парковать очень легко, ну, потому что размер небольшой. Ну, тормоз могли бы сделать и помягче. И третье, что мне бросилось в глаза, это такой шумный двигатель. Шумный двигатель, особенно при интенсивной езде, если пытаешься там нажать, ну, такой какой-то неприятный звук, ну, я не знаю, три цилиндра, конечно. И такой, мне напомнило такой звук вот Шкода Фабии. Мне почему-то я вспоминаю такой вот натужный. Она едет, разгоняется, но как-то очень натужно. Сразу понимаешь, что это не ее. Это разгон интенсивный, это не для этой машины. Хотя вот до 80 километров отлично все рулится, все, то есть отлично все ведет себя. Шум небольшой, то есть шумка такая общая. Ну, как бы нормально. Я бы вот сразу, что бы я сделал, конечно, это я поставил шумку. Если брать такой автомобиль, то, конечно, надо ставить шумоизоляцию дополнительную, потому что, ну, сложно так, сразу напрягает. Вот если ездил в более тихих машинах, сразу напрягает. Но опять цена еще, значит, еще растет. Ну, как бы вот все касается вот этой первой составляющей цены. Хорошая машина, но цена же, понимаете. В общем и в целом машина мне понравилась, но, конечно, вот эти три таких минуса просто перечеркивают. Ну, первое, это, конечно, цена. Можно было на остальное все закрыть глаза, но первое, это цена. Если бы она стоила, конечно, там до 1 000 000 рублей, машина бы продавалась. Но так, я думаю, что это будет у Citroёna провал. Ну, хотя, как знать. Много вы мне пишете про Тигуан. Пойди посмотри этот Тигуан, попробуй, покатайся, тебе понравится. Сравни с этой Шкодой Кодиак. Я собирался, конечно, пойду прокачусь, посмотрю, послушаю, там, посижу. Это интересно будет сравнить. Просто приболел тут пару дней, что-то сопливил и, в общем, засиделся дома. Ну, буквально на днях съезжу, потом расскажу, как все было, какие впечатления. Всем удачи, пока!